Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня Международный день защиты детей. Я поздравляю всех с этим добрым, веселым праздником. И в этот день мы предлагаем вам мастер-класс, который называется «Подарок ангела». Это вот такая аппликация, которую мы с вами будем делать. Вы видите здесь ангелочка, который несет подарочек. Это вот такую вот сладенькую конфетку. Чтобы сделать такую аппликацию, нам понадобится цветная бумага, картон, немного шерстяных нитей, блестки, вот такие ажурные круглые салфеточки и, конечно, самое главное, вот такая сладкая карамелька. Для того, чтобы аппликация получилась аккуратной, я использую вот такой вот двухсторонний скотч. Но можно использовать также и клей. Надо приготовить вот такие вот заготовочки. Здесь вы видите, которые можно увидеть под видео. Это шарики, это туловище ангела, цветочки. Крылышки, конечно, и вот такая вот картонка. Можно выбрать любой цвет. Можно выбрать вот такой вот цвет оранжевый, можно голубой, можно красный. Это уже как вы захотите. Но я вот выбрала вот такой вот оранжевый цвет. И начинаю свою аппликацию, приклеиваю крылышки. Нужно выбрать определенное место, где будет наш ангел парить. И я выбираю вот, ну, где-то вот приблизительно вот середина листочка. Я уже заготовочки приготовила, и на обратной стороне вы видите двусторонний скотч. Вот я его отлепляю аккуратненько, приклеиваю первое крылышко, потом отлепляю второе заготовочка аккуратненько, вот так ноготочком подеть, и очень хорошо отлепляется двусторонний скотч. Так, вот у меня два крылышка. Потом я беру тело ангела в таком красивом платьишке. Его можно выбрать тоже разного цвета. Вы заготовочки будете делать. Можно выбрать голубой цвет, можно какой-то вот обойки такие вот необычные, нежного цвета. И прикрепляю поверх этих крылышек вот такое туловище ангела. Затем, конечно, головка. Вот она у меня есть. Головка улыбающаяся, доброй такой улыбкой ангел. Я его прикрепляю, вот эту головку, также вот сюда вот аккуратненько. Что, конечно, лапки. Вот лапки у меня, здесь есть лапки. Вот я выбираю такие вот розового цвета. Вообще цвета вы можете подбирать на любой ваш вот вкус. Можно лапки сделать розового цвета, можно голубенького, любого цвета. Вот я так, двусторонний скотч у меня, также вот сюда вот лапку одну, затем вторую. Так, вот у меня лапки получаются. Теперь шарики прикрепляю, потому что вот вы видите образец. У меня здесь три шарика, а можно сделать 5 шариков. Можно один шарик, это уже как вот вы пожелаете свою аппликацию. Так, ну шариков у меня 3 сегодня. Вот красного цвета я прикрепляю, ну приблизительно где-то вот такое вот место выбираю, в серединочке. Следующий шарик у меня, вы видите, желтенького цвета, яркий. Яркие, красивые шарики. Прикрепляю сюда. И вот такой зелененький. Это вот так вот я сделаю. Теперь мне нужно сделать волосики. Это самый такой ответственный момент. Здесь можно проявить какую-то фантазию, творческий подход, потому что, ну, здесь у меня вот на образце вот такой вот не очень причесанный ангел. Ну, причесочку можно сделать любую. Для этого нам понадобятся шерстяные нити. Можно выбрать белого цвета волосики для ангела. Можно выбрать
вот такого цвета, желтенького, или как коричневого, такой вот цвет, или потемнее, вот такой вот цвет. Но я думаю, что все-таки белый цвет подойдет больше для ангела, поэтому на головке у меня тоже здесь прикреплен скотч. Я его аккуратненько поддеваю, так вот, сдираю. Вот так вот, ноготочком аккуратненько. Не торопиться не надо. Аккуратно. Он отлихует хорошо. Вот это место для волосиков. Вот эти шерстяные нитки я немножко вот так распушу, чтобы они были... Головка была такой вот пушистой, красивой. И сделаю для ангела такую причесочку. Вот, например. Так вот, собираю аккуратненько. Ну вот, прикреплю вот так, у меня будет такая вот красавица получается, ангел. Так, с этой стороны. И точно так же беру ниточки, если они у вас будут крученые, такие скрученные, то можно их раскрутить, получается такой симпатичный ангелочек с белыми пушистыми волосиками. Так. Вот так. Ну, теперь дальше посмотрите, что мы делать должны. У нас не хватает самого главного. Это конфетки, которые ангел принесет вам на праздник. Я беру черный фломастер и приблизительно вот так вот рисую, где у нас должны быть ниточки. Потом вы обратили внимание, ножки ангелов я тоже вот так вот рисую ломастером и прикрепляю конфетку. Вот у меня здесь такой вот леденец. Его тоже надо вот так немножко покрутить, чтобы конфетка оттуда не выскользнула случайно. И потом уже беру скотч, отрезаю такими ножничками, такой квадратик. Ну, приблизительно вот конфетка здесь у меня будет. Так. Ноготочком поддела и конфетку сюда прикрепляю. Пальчиком вот так посильнее, чтобы она случайно не оторвалась, не потерялась. Потом у меня у ангела очень нарядное, красивое платье праздничное. Для этого я приготовила, чтобы оно было таким вот необычным, красивым, вот такие блестки, ну, несколько штук. У меня здесь заготовочка тоже со скотчем в середине. Я ее отрываю и прикрепляю вот такие блестки, чтобы они были посильнее, пальчиком придавили. Еще раз придавили. Ну, можно взять вот такой зеленого цвета. Вот такая у нас еще будет красота получается. Так, почти наша аппликация готова. Почти, но не совсем. Нам еще не хватает необычных цветов. Вот у меня здесь, видите, цветочки. Заготовки я тоже сделала. Вот они. Прикрепляю цветы. Так вот сюда цветочек. Можно вот сюда. Можно вот сюда. И еще один маленький. Вот сюда. Так, вот такая праздничная у нас воздушная аппликация, поэтому у нас цветочки как будто тоже вот так парят. Вот так сделаем им, как воздушным шариком. Угу. И вот, ребятки, у нас получилась вот такая праздничная аппликация, которая называется «Подарок ангела». Такую аппликацию можно сделать для себя, а можно сделать для близких, для мамы, для папы. И для друзей, и для подруг. Вот, например, у меня есть такие аппликации, которые детки делали. Вот, например, Артем сделал. Видите, она немножко поменьше уже
половину листа. Но тоже такая неплохой подарок, даже можно преподнести на день рождения, и на праздник сегодня, на день защиты детей. Вот Артем сделал такую симпатичную аппликацию. Или, например, Машенька. Тоже ребятки к нам приходят, в музей приходили, когда, и делали вот такие аппликации, Маша. Так что я желаю вам всем успехов, трудолюбия, и чтобы получилась такая аккуратная аппликация, торопиться не надо, можно даже попросить маму помочь при изготовлении образцов, чтобы она вам помогла вырезать, потому что нужно будет пользоваться ножницами. Всех с праздником, всем здоровья и творческих успехов!